Перед входом в ресторан всегда стоит вот такая штучка. Подносишь руку, и здесь такая специальная жидкость, чтобы руки дезинфицировать. Потому что, не дай бог, здесь палочку подцепить. В общем, все подходят и умывают таким образом руки. Вот. Вот ресторанчик сам. У нас время 6 часов. Но мы перенесли свой ужин на 8, потому что еще не голодный. То есть нормально все. Перенесли время. Так что вот будем 8 кушать. И что же у нас тут выходит? Посмотрите, нам принесли русское меню. Русское меню. Закуски. Сегодня валаны из парашютто. Диджа. Как во фразе «вы когда-нибудь». Так, еще. Мы решили взять, говори, что мы возьмем. Валаны из парашютов. Жрать никто не хочет. Поэтому... Тушеный край. Вот прочувствуйте сюрприз. Тушеный край. Реберные грудинки первоклассных сортов, выдержанные в американской говядине, жареными баклажанами в кунжуте и жареным рисом. Ё-парасоте. Вот, ну как такое не взять? Ну, вот. А валаны из парашютов? Вот, да, вот, порубленный салат из дикой зелени, собранный вручную. Убился, собирал, надо его взять. А мы не попробуем. Надо взять его, потому что вот тут он заправлен голубым сыром. Голубым. Тысячи травных островов, островных трав. Деревенская с базальтовым уксусом. Достойные или французские. Ой. Хрен его знает, но вот так. Самое интересное, валаны из парашюта. Да, да, да. Не, русское меня удивилось. На третий день. Я лоб. Вот давлюсь парашютами. Ага. У нас тут такая VIP-обстановка такая. В общем-то, практически мы одни тут сидим в свинячьем углу. Взяли неплохое, как оказалось, красное и белое вино. Красное чилийское, а белое итальянское, да? Да. Всего 23-24 доллара за бутыль. То, что не допьем, принесут завтра. И мы допьем. Но это вряд ли. Но это вряд ли. Приятное вино, да? Такое, с кислинкой. Парашюта. Вот какое. Вот оно. Ага. Оказалось, это балычок. Да. Ну, мы так называем парашюта, а так вообще... Нет, вяленое. Итальянская свинина. Да, это итальянская нарезочка. Типа испанского хамона. Хамончик. Дынчик. Все как положено. Парашюта. Удалась. А вот принесли суши. Ой, не могу. Так много принесли. Ну, как раз, чтобы не наесться. Такая вот небольшая порция. Попробуем сейчас. Ну-ка, отведайте блюдо сие. Рулет. Какой рулет это? Да, что там за рулет? Сосу-саку. Это что-то. Окей. Это очень вкусно. Окей. У нас как это сказать? С нами все люди начинают что-то ронять. Потому что мы сами все роняем. Сейчас только официант пытался налить закрытую бутылку. То вилка на меня чуть не упала, воткнулась. Семейка какая-то, я не знаю. Где-то рядом с Осборнами. А, Андрей, попробуй. Диско, диско! Мы девушки тоже.
Сексуальный секс. Thank you.